Я вас рад приветствовать, уважаемые друзья. Мы продолжаем проходить Fable 2. И мы вроде бы победили Люциана. Ну, вроде бы. Но тем не менее, как вы понимаете, из прошлой серии у нас... Давай повеселимся, а? Все непонятно тут происходит. Давайте узнаем. Давай расставим бутылки, чтобы ты потренировался в стрельбе. Куда мы вообще возвратились? Обратно в детство. Ну, красиво, безумно красиво. Ирисы. Ирисы, цветы. Поле ирисов. Она хочет расставить, чтобы я потренировался. Что потренировался, честно говоря, я не могу понять. О, одна нашлась. Остальные найдешь? О, боже мой, 19 бутылок нужно поразить. Вот это да. Великолепно. Эти курицы тут везде ходят и квохчут. Смотришь, вернуть их всех в загон. Так, еще и куриц надо вернуть в загон. Ну, просто вообще замечательно. Давайте попробуем. Да. Да, что ж такое, а? Надо их как-то это, правильно зафутболить. Нет. Не так-то уж просто, да? Ну, убегает. Есть. Ну же, глупая птица, стоять! Ладно. Займемся параллельно бутылками. Выстрел так классный, вот только как мне... курицу загнать. Есть. Еще три. Не хочет. Так, вот там еще курица, да? Пам-парам-пам-пам. Отлично. Две осталось. Я уже даже смотреть на тебя устала. Есть. Последняя. Наверняка придется с ней повозиться. Так, последняя. А где она последняя? Так, вот еще бутылка. Ага, вон она, последняя курица. Отлично. Сейчас мы ее вот так вот, дорогушу. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, как она резво бегает. Ах, чуть-чуть не хватило нам. Вот всё? И все. Ух ты! Теперь ты можешь носить титул курощу. Чем ты теперь хочешь заняться? Давай поищем жуков на полях. Жуки, конечно, это хорошо, но... Ух ты, вот здесь вот еще. Вот бутылка еще. Великолепно. Да. Еще и жуков на полях. И... бутылки. Чего только нет. Так. Да будет внимательно осматривать все это. Всю местность, так сказать. Вот еще бутылка. Классный выстрел. Осталось 12 бутылок, но... я думаю, что это не очень просто будет найти все 12 бутылок. Отлично.
промазали. Великолепно. Опали. Классный выстрел. Великолепно. Но осталось 8. Но ничего не сделаешь, придется найти их. Найти все 8 бутылочек. Отлично. Классный выстрел. Вон там, похоже, еще бутылка, да? На поле полно жуков. Угу. Хочется кого-нибудь убить? Да. Еще 5 осталось. Интересно, что с жуками? Надо их убивать? Нечего было с нами связываться. Ой-ой-ой-ой. Ничего не вижу. Может, чем-нибудь другим займемся? Так, ну, жуки у нас... Ставим бутылки, чтобы ты потренировался стрельбить. 4 осталось. Так, еще 4 бутылки. Вон там вот я вижу бутылки. Ну, посмотрите, как красиво заходит солнце. Так, это что? А, бутылка. Всего 3 осталось. 3 бутылки. Надо будет обойти сейчас этот дом. Или его... Не обойти. Как-то же можно выйти на другую сторону, да? Нет. Здесь выйти нельзя. Так, это что же бутылка, да? Или она не подсвечивается? Мы ее лопнули, но ничего не произошло. Забавно, уже стемнело. Кстати, когда стемнеет, я думаю, что... Отличный был денек, но я жутко устала. Будет легче бутылки искать. Пойдем спать. А, можно спать, да? Идите спать. Хо-хо-хо. Вот она и вся миссия, да? Дождаться темноты. Ну ладно. Спать так спать. Я думал, я все же найду все бутылки, а ну, 3 бутылки осталось. Все в порядке, воробушек. Так, откуда доносится музыка? Нет. Нам нужно будет узнать. Ну-ка, давай, ложись спать. Сейчас здесь нечего делать. Нет, мы все-таки выясним. О боже мой, куда мы забрели? Вот она, шкатулка. Замок Фейерфакс такой красивый в снегу. Вот если бы мы могли там поселиться. Возможно, это легко устроить. Нет!
Многие века эта Академия обучала самых талантливых сыновей и дочерей Альбиона, связанных кровными узами. Чувствуешь, какая сила течет сквозь тебя? Отец! Я не остановила его! Это было что-то! Лучшая бойня за много лет! Классическое выступление, память о котором останется в веках. По крайней мере, до тех пор, пока о нем будут помнить. Каждого можно сломать, нужно только знать, как. Я узнаю. Нельзя нарушать уговор. Мы заберем любого, на ком есть знак тьмы. Ну что-то живости в тебе как-то поубавилось. А все эти надоедливые судьи, да? В прошлый раз, когда я убил тебя, мое сердце чуть не разорвалось. Да, тогда ты был совсем дитя. Ну и я был таким же ребенком. Испытание пройдено. В награду ты получишь возможность сразиться со своим врагом и возможность уничтожить его. Бери шкатулку и иди к нему. Итак, нам показали все становление наше от младенчества до старости. Все наше прохождение игры, как мы выглядели. Ну, интересно, что же сейчас должно произойти? Я хоть и проходил эту игру 3 раза, но я не помню. Я уже не помню, что в этой миссии... Что сейчас мы будем делать? Итак, воздаяние. Мы находимся в шпиле. Сейчас мы должны дойти до Люциана. И я так думаю, найти его и победить. Итак, наши герои держат его, да? Твоя мощь потрясает. Ты дважды избежал смерти. Но твои способности — ничто по сравнению с мощью шпиля, который скоро будет моим. Теперь спи. Что? Так. Что это такое? Что делаешь? Думаешь, какая-то безделушка спасет тебя? Ты еще надеешься? Стой! Задумайся о том, что творишь! Я покончу с этим хаосом! Остановись, ничтожество! Я приказываю! Спать! Я приказываю тебе спать! Ты считаешь это победой? Ты просто оттягиваешь неизбежное. Ну и все. Мы это сделали, мы пристрелили. Люциан мертв. И что? Что же теперь? Ну... Герой, пора получить награду за спасение мира от безумных идей этого человека. Шпиль ожил, и у него хватит силы, чтобы выполнить одно желание — твое. Идем, возьми мою руку. Все просто замечательно, воробушек. Не бойся. Ты останешься в самом сердце шпиля, как это сделал Архонт Древнего Королевства 1000 лет назад. Теперь твой черед. Выскажи желание. От твоего выбора зависит судьба всего Альбиона. Жертва, ты можешь воскресить всех тех, кто погиб во время строительства шпиля. Это бескорыстный поступок. Тебе достанется лишь благодарность альбионцев. Любовь. Дорогие тебе люди и твой верный пес вернутся к жизни.
Цена за их возвращение – жизнь невинных людей, погибших при строительстве шпиля. Богатство. Золото больше, чем можно представить для исполнения любых желаний. Но те, кто тебе дорог, и несчастные узники шпиля, никогда не увидят твоего богатства. Они будут мертвы. Так что пожелаешь? И я даже не знаю, что лучше выбрать. Любовь, жертвенность или богатство. Ну, богатства однозначно нет, потому что я считаю, что мы и так были при жизни богаты, и у нас было все. А деньги — это лишь способ удовлетворения. Конечно, без них нельзя, но... Что касается жертвенности, то людям всегда будешь плохим, каким бы ты ни был. Хотя много людей возродится, но никто не будет помнить, и от этого ничего не изменится. Старое, я считаю, лучше не ворошить. В одну реку дважды не войдешь, могу так сказать. Поэтому, знаете, мне очень дорог мой пес, я выбираю любовь. Да будет так. Я к нему так. Действительно привязался. Когда ты вернешься, твой лохматый дружок будет ждать тебя. А те, кто, потеряв семью здесь, пожелают обвинить тебя в черствости и эгоизме, задумаются о том, что бы выбрали они сами на твоем месте. Мы все слышали. Да, желание высказано, и придется мириться с его последствиями. Я бы пошла на все, чтобы вернуть своих любимых. По-моему, я заболел. Но ведь можно было спасти тысячи людей. Пленники этого страшного места. У них ведь тоже были семьи. Это было его решение. Ему с ним и жить. Я не ожидала от тебя такого решения. Да. Но давайте перейдем к более важной теме. Как насчет меня? Что я получу? Наличные подойдут. Это решать тебе. Отсюда я могу отправить тебя куда угодно. Чего ты хочешь? Я хочу вернуться домой, в Самарканд. О, никогда не был в Самарканде. Жаркие ночи, экзотические напитки и люди без комплексов. Ничего подобного. Поверь, я найду все самое ценное. Отлично. Только кувалда не путайся под ногами. Ну, с меня хватит. Я поняла, почему на нас напали в пещере, когда мы встретились. Пустотелые пришли из-за тебя. Два монаха никого бы там не встретили. Но воин находит битву. Всегда. Я отправлюсь на север. Найду тех воинствующих монахов. Мне одинаково надоело уклоняться от насилия и причинять его. Теперь же я хочу понять его. Прощай, герой. И благодарю покорно. По твоей милости я вляпался во все это. Должен сказать тебе, мне и правда нужно на время вернуться в Альбион. У меня есть обязательства перед друзьями в призрачных топях. Сначала я сомневался в тебе. Но я рад, что мы встретились. И мы встретимся еще. Не сомневайся. А ты справишься с Альбионом самостоятельно? Мне нужно уйти на какое-то время. Подумать, наконец-то. Я ни о чем не сожалею. Только кроме одного. Кроме лучшего друга, который у меня был. Пришло время прощаться. Береги себя. Прощай, кувалда. А теперь и тебе пора уходить. Весь мир открыт для тебя. Но шпиль будет моим. Уходи.
Очень интересно. Тереза захотела остаться в шпиле. И не просто так. Это конец, уважаемые друзья. Мы закончили Fable 2, замечательную игру RPG от Питера Мулинье. Надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, пальцы вверх. Это безумно мотивирует. Комментируйте и, конечно же, подписывайтесь на канал. Меня зовут Никита. Канал NK старался для вас на протяжении около 40, ну почти 50 серий. Надеюсь, что я правильно сделал свой выбор, хотя Кувалда была недовольна. Ну, это мой выбор, и мне с ним жить, и действительно, оно есть так. Любовь, пес мне дорог. Единственный минус, который сделали разработчики, я могу сказать, то, что мы не можем вернуться сейчас обратно в игру и закончить недозаконченные квесты, которых осталось более 10. Но я просто очень хотел добраться уже до финала, совершить правосудие, сделать добро над злом. И я... В принципе, мы, по сути, очень огромное количество прошли интересных квестов. Осталось там, ну, меньше, может быть, 3-4, которые добавляли огромное количество геройства для нашего героя, то есть вот этой экспы. Поэтому это конец. Это финал, и ничем другим не замажешь. Всем пока-пока.